Всемирная организация здравоохранения признала китайский коронавирус чрезвычайной международной ситуацией. Как вы считаете, белорусам стоит как-то тревожиться по поводу этой эпидемии? Да, нам стоит тревожиться, но только в одном. Мойте руки, меньше обнимайтесь на улице с незнакомыми людьми. Ну, я намекаю в шутку на гигиену лично. Вот единственное, что от белорусов требуется. Все остальное за Минздравом. Все зависит от нас. Это элементарное, поэтому надо обезопасить себя, своих детей, особенно деток маленьких. А насколько это возможно, а возможности у нас такие есть, государство свои обязанности выполнит. Вот молодцы, никто не побежал там хватать эти маски. Наши спокойно надо, кому-то купили, у кого-то дома они всегда есть. Ну у кого нет, у кого детишки маленькие, обязательно эти маски есть. Всего у нас на настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем, изолируем человека и будем лечить. Не дай бог, конечно, пока у нас таких фактов не зарегистрировано. Поэтому будем жить спокойно.